Добрый вечер. В студии Иван Каменев. Вы смотрите новости на телеканале Новороссия ТВ. Далее о главных событиях. Вооруженные силы Украины снова открыли огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Следственный комитет Российской Федерации предъявил Надежде Савченко обвинение. В столице Донецкой Народной Республики сегодня почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. О ситуации в республике рассказал заместитель командующего корпусом Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. Обстановка Донецкой Народной Республики остается напряженно стабильной. Интенсивность обстрелов за минувшие сутки увеличилась. Мы зафиксировали 54 факта. Хотелось бы отметить о том, что ночью 28 случаев, о том, что это говорит, что ночью обстрелов происходит больше, чтобы скрыть те преступления, которые они это делают. Артиллерии было отмечено 4 выстрела, танков 9, БТР, БМП 5, минометов 21, более 220 выстрелов. Зенитные установки 3, ПТУР 1, гранатомет стрелкового оружия 11. Обстрелам подвергались населенные пункты: Новомарьевка 6 раз, Широкино 7 раз, Горловка 8 раз, Вольво-центр район Донецкого аэропорта 17 раз, Жабичево 5 раз, Григоровка 3 раза, Спартак 2 раза, Лозовой 1 раз, Тельманово 1 раз, Сосновка 1 раз, Саханка 1 раз, поселок Октябрьский 1 раз, шахта Октябрьская 1 раз. Потери среди армии ДНР — 1 человек убитый. Украинские силовики продолжают проведение провокаций, используя при этом тяжелую артиллерию, танки, минометы, противотанки, управляемые ракеты, гранатометы и стрелковое оружие. Мы же окончательно утвердились в вопросе, что украинская сторона не намерена идти на мирное урегулирование данного конфликта. Очередной раз нам стала известна попытка ВСУ спровоцировать наших военнослужащих нарушение режима прекращения огня. Военнослужащие ВСУ выходят по открытым каналам связи на офицеров вооруженных сил ДНР с просьбой открытия минометного или артиллерийского огня по позициям полка Азов, ссылаясь на их бесконтрольность и агрессивность по отношению к мирному населению. Данные призывы по открытию огня мы игнорировали и продолжаем игнорировать. Чтобы не нарушать обязательства, взятые нами при подписании минских договоренностей, советуем ВСУ наводить порядок подчиненных подразделений своими силами и средствами. По поводу Новомаринки. Я только что оттуда приехал. В присутствии координационного центра миссии ОБСЕ было зафиксировано 14 воронок. Миссия ОБСЕ не говорит напрямую о том, что это были 152-е, но они предполагают о том, что это были 152-е калибры. Надеюсь, это в отчете, завтра, послезавтра это будет написано. Украинская сторона уже выложила факт якобы обстрела РСЗО «Град» из данных позиций по населенному пункту «Гранитная», где они зафиксировали попадание в жилые кварталы населенного пункта и где пострадали люди. Но хочу вам заметить, что представители миссии ОБСЕ это не зафиксировали. Патруль, который выезжал в данный населенный пункт, подразделением вооруженных сил Украины с собой не был взят в эти места, якобы куда было попадание. Это заявление только делает украинская сторона без присутствия каких-либо организаций, которые могли бы это подтвердить. Просто в очередной раз они пытаются нас обвинить в том, чего нет. Киевские силовики обстреляли 2 тепловоза на перегоне Сентяновка-Шипилова. Об этом сообщили в МЧС Луганской Народной Республики. Согласно полученной информации, 2 машинистов получили ранения, повреждены локомотив и железнодорожное полотно. Движение поездов на этом участке остановлено. Следственный комитет Российской Федерации предъявил Надежде Савченко обвинение уже в окончательной редакции. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель ведомства Владимир Маркин. К вменявшемуся украинке пособничеству в убийстве 2 журналистов ВГТРК добавилось новое обвинение в незаконном пересечении границы России. По мнению защиты, Савченко незаконно задержали на территории Украины и затем перевезли в Россию. По данным следствия, во время военных действий в районе Луганска в июне 2014 года Савченко, узнав координаты расположения группы российских журналистов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, передала их украинским вооруженным формированиям. После этого именно по этим координатам был произведен артиллерийский обстрел, в результате которого погибли сотрудники
сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, заявил Владимир Маркин. Как считают в Следственном комитете, в ходе обстрела могли пострадать и другие находившиеся рядом гражданские лица. После этого Савченко без документов под видом беженки пересекла границу России. При проверке документов в одном из населенных пунктов она была задержана для установления личности. Материалы уголовного дела в отношении Савченко будут выделены в отдельное производство из общего уголовного дела о военных преступлениях в Донбассе. 24 апреля депутаты Народного совета ДНР провели очередное пленарное заседание. На повестке дня на голосование были вынесены 9 законопроектов, 5 из которых предстояло пройти процедуру второго чтения. По итогу плодотворной работы народные избранники в первом чтении единогласно приняли законы о социальной защите ветеранов войны, о социальной защите инвалидов, а также закон о статусе депутата Народного совета Донецкой Народной Республики, принятие которого неоднократно откладывалось из-за необходимости решения более значимых вопросов. После доработки в профильных комитетах и внесения соответствующих поправок во втором чтении были проголосованы проекты законов о физической культуре, о полиции, о службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики и еще 2 закона о системе органов исполнительной власти и здравоохранении. В свою очередь, закон об основах общеобязательного государственного социального страхования был снят с повестки дня в связи с его неготовностью из-за ряда противоречивых моментов. Также депутаты единогласно приняли постановление о присвоении звания заслуженного мастера спорта Донецкой Народной Республики российской спортсменке Марьяне Наумовой. Анна Триксель, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ. Начальник управления стратегии развития промышленности администрации главы ДНР Евгений Лавринов провел вчера пресс-конференцию, на которой рассказал о планах руководства республики по подъему индустрии Донбасса. В пятницу прошла пресс-конференция начальника управления стратегии развития промышленности администрации главы Донецкой Народной Республики Евгения Лавринова. Евгений Евгеньевич ответил на вопросы журналистов и рассказал собравшимся о планах по восстановлению и развитию угольной промышленности республики. На самом деле в Донецкой Народной Республике повезло, и наши предприятия не так сильно пострадали, как у наших соседей, поэтому говорить о полной остановке тех или иных предприятий практически невозможно. Но тем не менее наши предприятия оставляют желать лучшего в своей работе. Конечно, причин их неполной загруженности много, а вот в том числе и, значит, блокада со стороны Украины. Но я вам хочу сказать, что, конечно же, очень большое значение играет менталитет наших людей. К сожалению, после развала Советского Союза 23 года наши промышленные группы приучали к тому, что они отдалялись от наших ближайших партнеров, это стран таможенного союза и, в частности, Российской Федерации. Поэтому основной задачей, естественно, значит, это поменять менталитет наших людей и обратить их внимание на то, что до Днепропетровска 256 километров, до Ростова 252. Значит, план, конечно же, есть. Значит, на сегодняшний день сформированы общие его черты. А вот и исходя из тех отраслей, которые, значит, нам больше нужны, то есть то, что у нас не в ограниченном количестве, то, чего нам не хватает, и традиционных отраслей, мы формируем для конкретных групп предприятий технологические цепочки. Буквально недавно в рамках рабочих встреч с Министерством угля и энергетики мы посчитали угольный баланс и определили, что для того, чтобы наши 5 коксохимических предприятий, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики, точнее подконтрольной нашим сегодня вооруженным силам, нам необходимо добывать 6 миллионов тонн угля в год. Конечно же, как только будут освобождены оккупированные территории, баланс этот изменится, и нам добывать угля будет больше, потому что к нам присоединится Авдеевская коксохимическая фабрика, значит, к нам присоединится ряд металлургических предприятий, которые увеличат потребление кокса. Значит, поэтому в рамках 6 миллионов тонн министру угля и энергетики мы предложили рассмотреть возможность модернизации шахт, добывающих коксующиеся угли. Это в частности марки КЖ и ОС. Это традиционные для нас коксующиеся угли. Для того, чтобы мы понимали,
чем мы загрузим наших коксохимических. Да, есть проблемы на сегодняшний день с рынком сбыта. Баланс кокса при 100% загрузке коксохимических наших предприятий, значит, говорит о том, что мы не все можем сегодня потребить на наших металлургических предприятиях. Приблизительно мы можем потребить 50% от общего производства. То есть, если наши коксохимические предприятия в общей сложности могут произвести до 300 тысяч тонн кокса, в зависимости от его марки и качественных показателей, то наши металлурги могут потребить максимум 150 тысяч тонн кокса. То есть 150 тысяч у нас открыты к реализации. Поэтому мы сегодня смотрим традиционные рынки сбыта для Донецкой Народной Республики кокса. Дмитрий Зиньковский, Виктор Карнадзе. Специально для Новороссия ТВ. Сегодня в стенах Спасо-Преображенского кафедрального собора почли память погибших на производстве. Накануне 28 апреля, Международного дня охраны труда, в Донецке состоялся молебен по погибшим на производстве. Чтобы поставить свечи за упокой и выразить сочувствие семьям погибших, донечане собрались в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Мы организовали молебен с целью привлечь внимание общества к ценностям человеческой жизни и предотвращению производственного травматизма, а также смертельного производственного травматизма. За 3 месяца этого года уже погибло на производстве 40 человек. Основные причины смертельного производственного травматизма – это невыполнение руководителями и специалистами своих обязанностей в сфере охраны труда, отсутствие технической документации, а также личное нарушение правил безопасности. Власти Донецкой Народной Республики хотят призвать работодателей относиться к своим работникам с сочувствием и создавать для них безопасные условия труда. После молебна сотрудник Государственного комитета горного и технического надзора сообщил о результатах расследования аварии на шахте «Засядька». На момент аварии был согласован по шахте план ликвидации аварии. Значит, гортехнадзором, то есть нами, представителем которого я являюсь, за 2 дня до этого было запрещено нахождение людей в шахте, кроме жизнеобеспечения. Маргарита Миронюк, Сурен Скобичевский, Новороссия ТВ. В преддверии 70-летия победы советских солдат в Великой Отечественной войне волонтеры оказали адресную помощь людям, которые подарили нам будущее. В этом году исполняется ровно 70 лет, как советские солдаты поставили победную точку в Великой Отечественной войне, поэтому праздник будет по-особенному величественным. Донецкие волонтеры организовали акцию, в рамках которой студенты и школьники оказали адресную помощь пожилым героям, проживающим в Куйбышевском районе. Также дети из детских домов нарисовали поздравительные открытки с 9 мая, вложив в каждую частичку своей души. Это были люди, которых уже и нету, уже... Их на свете даже нет. Они воевали, они делали победу. Всех. А нам сейчас, чтобы не было войны. А нам хорошо, чтобы не было войны. Был мир на земле. Да. Был мир на земле. Спасибо. И чтобы все были здоровые, умные, грамотные. Все. Дай Бог всем вам счастья и здоровья. Праздник есть праздник же. Будь солдатская 100 грамм обязательно. Также нам также и на фронте давали. И вообще. Ну, что вам еще сказать? Спасибо, что вы не забыли нас. Вспомнили, вспоминаете каждый год. Каждый год школьники ко мне приходят вот с этой школы. Цветы приносят. Поздравляет с учительницей. Приходит. А я девочек много. Когда у меня тюльпаны вот сходят. Вот приходите на 9-е. Я вас своими тюльпанами угощу. У меня там у вас гвоздики, а у меня тюльпаны. Вот. Ну, а что вам еще пожелать? Вам всем здоровья пожелать. Чтоб учительницу слушали. И хорошо занимались. Раз хорошо будете заниматься, будьте большими специалистами. А специалисты государству нужны поднимать страну с разрухи.
Куйбышевский район – один из самых пострадавших от обстрелов киевской армии. В нем проживает более 200 ветеранов. К сожалению, старикам приходится переживать еще одну страшную войну – братоубийственную. Наша помощь для них немаловажна, не только материальная, но и моральная поддержка. Дарья Черничная, Павел Припа, Новороссия ТВ. Память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС сегодня почтили в столице Донецкой Народной Республики. Представители Союза Чернобыль возложили цветы к памятнику жертвам трагедии, установленному на площади павших коммунаров. Память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции сегодня почтили в столице Донецкой Народной Республики. Представители Союза Чернобыль возложили цветы к памятнику жертвам трагедии, установленному на площади павших коммунаров. Мероприятие было приурочено к дате трагедии на Чернобыльской АЭС. В нем приняли участие около 100 человек. 26 апреля 1986 года на атомной электростанции имени Ленина произошел взрыв на энергоблоке номер 4, который полностью разрушил реактор, и это привело к тому, что выброшенные в атмосферу продукты деления ядерного топлива обусловили радиоактивные загрязнения не только вблизи АЭС в границах Украины, России и Белоруссии, но и за тысячи километров от места аварии. Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Радиоактивному облучению подверглись почти 8 400 000 жителей Белоруссии, Украины и России. Из них было переселено около 400 000 человек. Сегодня отмечается 70-я годовщина одного из самых значимых событий Второй мировой. В 1945 году в этот день войска антигитлеровской коалиции вышли к реке Эльбе. Советские и американские лейтенанты там обменялись историческими рукопожатиями. Союзники шли к этой встрече долгие месяцы, прорываясь с боями. В результате вооруженные силы Третьего рейха оказались разделены на две части и через считанные дни были окончательно повержены. Для маленького саксонского городка Торгау этот день – главное событие года. К истории здесь стараются относиться так бережно, как только могут. Кухня 2-го батальона. 70 лет назад эту надпись на стене одного из домов в центре Торгау сделали солдаты Красной Армии. С тех пор дом много раз перекрашивали, стены штукатурили, но надпись так и не тронули. Власти города приняли решение сохранить ее для будущих поколений. Саму встречу на Эльбе, точнее, одну из нескольких реальных встреч, сохранила кинохроника. Несмотря на строгие инструкции, как себя вести, союзники в борьбе против нацистской Германии не сдерживают эмоций. Эта встреча приближала конец войны. Эти снимки ровно 70 лет назад сделал тогда солдат 1-й армии США с русскими корнями Игорь Белоусович. В Донецком театре оперы и балета состоялся концерт, посвященный 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В канун празднования Дня Победы Донецкий театр оперы и балета организовал концерт, посвященный этому великому празднику. Чтобы еще раз сказать, мы помним и гордимся нашей великой победой. Концерт – это начало серии сегодня концертов, посвященных 70-летию Великой Победы. Это первый концерт. Мы к нему подходили очень ответственно. Наши артисты вот изъявили желание эстрадные песни, не только оперы и арии там исполнять, а вот именно такие песни военных лет. Это наша дань ветеранам, которые защищали наш край и дали нам жизнь. Действительно яркое и праздничное выступление подготовили артисты. Великолепное душевное исполнение песен тех лет, события которых так близки и понятны теперь всем жителям нашей республики. В таких концертах практически не бывает сбоев, потому что это настолько эмоционально заряженные концерты, в них настолько чувствуется вот боль, она не проходящая, это боль потерь 41-45 годов, и теперь потери, которые вот мы переживаем здесь у нас, просто буквально созвучны. Непроходящая эта боль. И настолько все это близко нам, что теперь мы понимаем эмоционально еще более. Потери были очень большие, просто несравненно большие потери у всего народа, в каждой семье. Этот концерт был посвящен памяти прошлого, но в то же время он являлся и поддержкой ныне живущим здесь людям, потому что очень тяжелые времена переживают. Практически такие же. У нас война. Основной особенностью вечера было применение разнообразных технических средств, которые отражали содержание песен и усиливали настроение и дух времени. Горит и кружится планета, над нашей родиной дым, и значит, нам нужна одна победа.
Подготовка велась больше месяца, так как процесс видеомонтажа очень сложный и трудоемкий. Каждый кадр подбирался под музыку, и особое внимание уделялось образу артиста. Мы использовали те технологии, которые у нас есть, и современными методами мы хотели старые песни соединить, новое, старое, показать хронику, и, может быть, даже некоторые моменты как бы подкрепить видеоэффектами. Поэтому совмещали. Мне кажется, у нас здорово это получилось. Кристина Крымова, Вячеслав Богачук, Новороссия ТВ. Экспедиция Федерации альпинизма Донецкой Народной Республики закончила первый этап акклиматизации. В состав группы вошли и журналисты телеканала Новороссия ТВ. Продолжаем рассказывать об экспедиции наших корреспондентов на самую высокую гору России – Эльбрус. С 20 апреля команда альпинистов, базируясь в поселке Терскол, совершала выходы на Эльбрус, с каждым днем набирая высоту. Выходы производились независимо от погодных условий. На высоте 3500 метров у памятника героям обороны при Эльбрусе в годы Великой Отечественной войны альпинисты совместно со спасателями МЧС России почтили память погибших красноармейцев. Мы находимся возле самого высокого памятника в мире, где захоронены бойцы, которые сражались с немецким фашизмом во время Отечественной войны. Мы хотим, чтобы имена погибших наших бойцов на Донбассе, которые сражались с украинским и американским фашизмом за свободу и независимость Донецкой Народной Республики, также находилось на самом высоком пьедестале мира. Пусть этот знак венчает о том, чтобы борьбу с фашизмом во всех его проявлениях. От станции «Мир», а именно возле нее и находится это место, группа отправилась до приюта 11, находящимся на высоте 4100 метров. В пятницу у альпинистов по плану отдых, а на следующий день они перебазируются из Терскола в один из высокогорных приютов для окончательной акклиматизации и подготовки к штурму вершины. 24 апреля, в Международный день солидарности молодежи, в столице Донецкой Народной Республики на площади Ленина состоялся рок-фестиваль «ДНР-рок», собравший многотысячную публику. На концерт были приглашены звезды российского рока Юлия Чечерина, группа 7Б и экс-лидер группы Агата Кристи Вадим Самойлов. Музыканты радовали публику своими лучшими хитами и заряжали людей драйвом и позитивом. Благодарная публика, в свою очередь, не жалела своих бурных эмоций, оваций и улыбок. После окончания концерта исполнители с удовольствием делали совместное фото с фанатами и раздавали автографы. На протяжении всего мероприятия чувствовалась атмосфера сплоченности и единства. Каждый улыбался, отдыхал, веселился и был искренен. Музыканты пели вместе с Донбассом, и Донбасс пел вместе с ними. Это были все новости к этому часу. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. В студии с вами был Иван Каменев. Оставайтесь с нами и смотрите новости на телеканале Новороссия ТВ. В Луганске во второй половине дня ожидается дождь с грозой, который будет идти до самого вечера. Температура воздуха составит плюс 19, плюс 20, а ночью плюс 7 градусов тепла. В Волчевске во второй половине дня ожидается дождь с грозой. Днем температура составит плюс 19, плюс 20 градусов, а ночью плюс 7 градусов тепла. В Северодонецке с середины дня и до его окончания будет идти дождь с грозой. Температура плюс 19, плюс 20 днем, а ночью плюс 8 градусов тепла. С утра и до самого вечера небо в Енакиево будет скрыто за облаками, без осадков. Температура днем плюс 19, плюс 21 градус тепла, а ночью плюс 5. В Краматорске, начиная с середины дня, будет держаться ясная погода, без осадков. Температура плюс 20, плюс 22, а ночью плюс 8 градусов. В Славянске весь день будет держаться ясная погода, без осадков. Температура днем плюс 20, 22, а ночью плюс 9 градусов тепла. В Мариуполе облачно, без осадков. Температура днем составит плюс 15, плюс 16, а ночью плюс 4 градуса тепла. На протяжении всего дня погода в Горловке будет пасмурной, без осадков. Температура плюс 19, 21, а ночью плюс 5 градусов. Пасмурная погода в Макеевке будет держаться весь день, без осадков. Плюс 20, плюс 21 днем, а ночью плюс 5 градусов. Погода в Донецке с середины дня будет пасмурной до самого вечера, без осадков. Плюс 19, плюс 20, а ночью плюс 5.